9 утра. Я снова в машине. Едем за другом, едем далеко. Кто куда, а Плешивый с камерой. Здорово. Ну что, это твоя первая заброска будет на машине, да? Свой дрын я на низ положу, так накину его этой херней, чтобы он не сильно царапался. Держи. Сейчас я пойду. Блядь, а 29-е. Это не детские колеса. Я думаю, нормально. Все. Слушай, ну да, залезу. Особенно в форме, в шлемах. Прям даже фуры объезжают, они прям щемят других на этой полосе на левой. Было приятно. Вот, ребят, приехали. Уже разбираем все. В полную катушку увязались. Парилка, конечно, страшная. Сейчас оденемся, разденемся, переоденемся и поедем. Ехать нам туда. Ехали, короче, шокированы видами. Дорога сюда просто прекрасная. И когда ты сюда попадаешь, вот, ощущение, что ты в Самарской области, пропадает. Ты уехал будто в другой мир. Ну, в другую область точно. Так, ну что, гайс, мы приехали. Это только начало маршрута. Дорога у нас будет через овраг. Километров 25 точно. А может и все 30 по грунтам. Здесь будет только набор высоты. Посмотрим. Надеюсь, луж не будет. Жарища, кстати, большая, наверное, не будет. А знаешь, что прикольное? Шлагбаум открыт, проверяющих нет. Путевки нет, заезжаешь на машине, штраф 5. Камни, камни. А. Можно прыгать. Короче, ребят, тут грунт, как видите. До этого здесь были большие колеи. Ну, по колено местами. Их взяли, короче, засыпали щебенкой, все. И теперь ездить на велосипеде не особо приятно. Очень такие сильные вибрации передаются. Все, ребят, мы выбились из цивилизации. Здесь процентов 95 машин уже дальше не едут. Оно и понятно, и видно. Камни в грунте, валуны, ну и вот такие дела. Тупо дикая территория. Здесь, ребят, просто прямо ехать нереально. Ну вот, на камеру, наверное, не видно. Тут просто американские горки из камней. Яблоками пахнет, вы бы знали. На камеру этого не передать, ребят. Рельеф волшебный. Такого у нас нигде нет. Ого! А? Медвежий грот дальше. Да. Наверное, половинку. Вы его увидите. А, то есть мы доедем, короче. Ну да. Его там прям видно будет, пожалуйста. Добрый день! Да.
Я сегодня добрый. Вон он. Ой, они табличку повесили. Все, хочешь туда? Да. Мне кажется, я скользну. Короче, я ничего не снимал. Доехали мы до Медвежьего грота. У нас даже люди на колени спросили, где он. Популярное место. Ничего такого сверхъестественного, просто дырка в горе. Вот. С непривычки ехать по грунтам очень сложно, ребят. Я не привыкший, очень давно не катал. И по такому рельефу очень тяжело. Ну, вот такая дырка. Ничего необычного. Помещение. В контактах неудобно. Все, я скрылся из виду, короче. Я партизан. Ужас. Кто тут этим занимается, я не знаю. А он и Калина. Ну, такое место, в принципе, примечательное, потому что других таких нет. Ну, ничего особенного тоже. Но, в принципе, прикольно. Резюмировать нехер особенно. Как они на Калине доехали, я не знаю. Там выглядит тоже все. Привет! Привет! Да, на скиле. Это же не марафон. Нет. Ну, если понять, то кепочка были, так. Ну, вот на солнце, наверное, 35-38. Не знаю, сколько температура. Ветер прохладный есть. Не штиль. Если был бы штиль, мы бы вообще умерли. Вот. И хочется сникерса. Хочется сникерса. Воды холодной хочется. Когда с гидратора пьешь, вода, которая находилась в трубке, она прям кипяток. Ну, кипятком. Ну, уже изотоника. Кипяточек. Да, и изотоник, наверное, тоже уже компотом стал. Отдыхаем. Мокрые уже все, пятнашку только проехали, но жесть. Мокрые мальчики. Да. Это из-за рельефа. Вот такие дела. Здрасте. День добрый. И в большинстве случаев здесь лужи. Слушай, ну вообще дядька на скеле, да? Вау. Ширяевский овраг. Так странно покошено. Непривычно. Дорога хорошая, да? Нет. Нормально? Вообще нету. Только вот кто проезжал, все. Тут я уже пешком. В общем, Ширяевский овраг кончился, я вообще в шоке, очень быстро едем. Кирилл меня гонит, как собаку вообще больную. Не правда, это марка на вас. Я, короче, умираю, но мы доехали очень быстро, на самом деле. Враг кончился. Там крутые ЗРЗшки стоят, вообще, вообще пушка. Сейчас у нас, короче, начинается подъем. Подъем вот он. В него люди заезжают на ногах, но я не знаю, как это сделать. Сейчас мы, короче, поднимаемся и... Там проехать по просеке и все, мы уже, грубо говоря, будем на том берегу. Вот так вот. Как у тебя ощущение? Нормально. Кочки выматывают, щебенка. Да, кочки, щебенка, рельеф. Ужас. Короче, тефлонка была качественная намазана, кухры-мухры. Все высохло, все выдавило. Ля. Ну, не знаю, видно, не видно, но я могу так сделать.
Ну, короче, все. У меня уже, кстати, парафин тоже набрался пыли и выдавился просто. Вот так вот. Но, с одной стороны, это хорошо, а с другой плохо. Это мы из крайности в крайность. Когда тут лужи с черноземом налипают и ехать не дают. И когда вот такая пыль тебя сушит. Ну, пыль лучше. Кислые? О-о-о! Это, ну, прибодриться очень хорошо. О, кисляк. Вот подъемчик такой, ребят. Не осилим мы его на велосипедах, это 100%. Да и пешком тоже сложно. Вот так вот. Ого, шмелюка. Бомбардировщик просто. Вот он буквально вот маленький такой. Ну вот. Писюлька. Да. Загладится. На GoPro это все вот, вот так вот. В реальной жизни тут смерть. Яблоки, кстати, дикие. Они такие ужасно кислые. Максимум там две штучки. Разжевать и выплюнуть. Это еще не все, гайс. Тут начинается тень. Ну, тень, кстати, это хорошо. Там мы были на солнце. А здесь тенек. Ну, вот так вот. Короче, треть пути уже сделана. Ну, или четверть. Неизвестно. Тенек, а в теньке комары. Вот так вот. Не дал первый протер. Так, это даже меня. А чем, кстати, я тоже заметил. Ботинка. Серьезно? Вон она, Самара. Такая, монумент, да? Да. Гигант. Сейчас просто вниз будет спуск. Обалдеем. Вот эту всю высоту набирали, ширя его, представляешь? И мы гнали в подъем. Такой вот серп. Убрали мусор, молодцы. Было больше. Стекла, да, стекло тут было. Вот такие вот, ребят, виды. Находимся мы над селом Тарновое. В той стороне у нас Самара. Самара смотрится вообще гигантским городом отсюда. Очень красиво. Огромная плоскость в виде полей. Дальше у нас уходит село. Другое там Шелехметь. Туда-сюда, там Вислокамень, там очень тоже интересно. А мы вот находимся у такого монумента. И смотрим на всю эту красоту.
Там, кстати, Самара арена видно, не знаю, вам это будет видно, нет. Очень жарко, очень красиво. Будем отдыхать чуть-чуть и потом дальше поедем. До крайнего села у побережья Самарской Луки Рождественно. Там что-нибудь в магазинчик, может, зайдем, как повезет. И вот половина пути. Половина пути. Кстати, да, эта точка можно считать половиной пути. Да. Я это заснял. Тебе, наверное, 29-й помогли, слушай. Мне кажется, на 26-х ты бы это от неожиданности клюнул. Я почти клюнул. Пипец, у тебя прям колесо это. Да, вот так вот загнулось. А? Болото какое-то. Да-да-да. Охренеть. Выехали на асфальт, а ветер встречный. Вообще кайф. Да. Сейчас я превозмогаю. Кажется, у меня вода закончилась. Ну там куплю. Нет. 40. 40? Я понял. Больше половины. Еще 20. Едем после отдыха. Интеллекта и разума, рассудка совершенно не осталось. Ого. Асфальт заканчивается. Заканчивается асфальт. Да. Все. Приехали. Самое интересное впереди. Много людей, да? Где песок не такой рыхлый? Сука! Ненавижу! Песок! Отдыхают люди. А мы отдыхаем вдвойне. Закусила? Да. Где верхний ролик? Да. Ага. Я вот не... вниз. А тут ты еще сильнее удивишься, как бы. Не, конечно, поехали! Я, конечно, отморозок, но. Не-не-не, тут пешком забей.
Хорошо, да? Тянет вниз, тянет. Моя очередь. Не. Вот козья тропа. Едем. Ой. Вот такая она односторонняя. Только не это. Без представлений. Не торопись. Если где-то не уверен, иди пешком. Голова кружится? Как тебе секция? Тут аккуратненько. Аккуратно. Бля, метров 10, наверное, там, ладно, не 15, 10. Ты там живой? Да. Сыви. О, наша тема. Спасибо большое. Спасибо.
Наверное. Не, тебе надо? Ничем наткнул ногой только. Mission complete. Чуть ли не... Да, чуть ли не развалились. Господи, машинка. Наконец. Все, ребят, мы умотались. Все, мы, короче, поехали, ребят. Крыша. Сегодня так вымотался, вы бы знали. Хочется рыгать. Это было тяжело. Как ощущение? Да, наверное. Переклюк реально, да. Все, ребят, удачи всем.